В минувшие выходные во многих населенных пунктах Молдовы прошли праздничные мероприятия в рамках проекта «От всей души», организованные блоком «Победа». Одними из самых массовых стали народные гуляния в Бельцах. Здесь подготовили богатую художественную программу для всех возрастов и поколений. Дети веселились в компании любимых сказочных персонажей, участвовали в конкурсах и могли полакомиться бесплатными сладостями и мороженым. А взрослые – послушать на концерте любимые мелодии и вволю потанцевать. Люди очень рады возможности приятно провести время на выходных в такой праздничной атмосфере. Мне сегодня очень понравился праздник, который организовал блок «Победа». Я просто в восторге. Детишки бегают с шарами, кушают сладкую вату, мороженое, музыка, конкурсы, разукрашки. Все очень здорово. Мне очень приятно, что в моем городе проходит такой замечательный праздник. Хотелось бы, чтобы проводились почаще, чтобы люди улыбались, были счастливы и было мирное небо над головой. Такую радость. Для детей очень хорошо. Они очень рады, они очень довольны. Для них это большое счастье, большая радость. Мне нравится вот этот концерт. Потому что собирается народ. Потому что уже в моем возрасте я вспоминаю вот такие концерты Советского Союза. Спасибо вам за внимание. Большое спасибо хочу сказать организаторам. Очень весело, приятно. У нас мало проводится таких вот мероприятий, где весело и детям, и взрослым, и молодежи. Организаторы, представители блока «Победа», обещают проводить такие встречи регулярно. Много детишек, много детских улыбок. Сегодня все мы с вами напляшемся, натанцуемся от души. Завтра будут болеть ноги, у кого-то спина, но зато у нас у всех останутся отличные воспоминания. И дай Бог, чтобы каждую субботу мы с вами здесь собирались и действительно отдыхали от души и для души. Задор и веселье царили в Аргееве. Мероприятия в рамках проекта «От всей души» прошли при активном участии и примара муниципия Аргеев Татьяны Кочу. Среди собравшихся в парке Иванос особенно много было семейных пар с детьми. Как подчеркнули организаторы, проект «От всей души» направлен на поддержание и популяризацию семейных ценностей, традиций и культуры. На протяжении уже нескольких лет он реализуется по инициативе лидера блока «Победа» Илона Шора. Наши праздники «От всей души» продолжаются по всей стране. Я очень рад, что они собирают много людей. Программа интересна и детям, и взрослым, и популярна у жителей старшего возраста. Наши пенсионеры заслужили хороший отдых. Они отдавали все силы родине и имеют право на комфортную и безбедную жизнь. Гостям праздника было приятно вспомнить о старых добрых временах, когда наша страна была благополучной. И вопреки всему мы сохранили крепкие семейные традиции. Вместе мы сможем возродить все лучшее, что у нас было, и вернуть процветание в Молдову, написал в своем телеграм-канале Илон Шор. Встречи в рамках проекта «От всей души» в минувшие выходные также состоялись в Тараклее, Флорештах, Гладянах, Кагуле и других населенных пунктах страны.